Нет ничего проще, чем приготовить скумбрию пряного посола в домашних условиях, надо только захотеть, купить рыбку и приготовить. Отличное дополнение к молодой картошечке. Приготовить скумбрию пряного посола в домашних условиях очень просто, достаточно взглянуть на пошаговую инструкцию к данному рецепту. Самое сложное в этом рецепте, это дождаться, когда она будет готова. Скумбрии 2 штуки. Лук, 1 штука. Гвоздика, 6 штук. Перец горошком, 13-15 штук. Лавровый лист, 5 штук. Вода, 500 мл. Соль, 2,5 столовые ложки. Сахар, 1,5 столовые ложки. Растительное масло, 3 столовые ложки. Уксус 9%, 1 столовая ложка. Количество порций, 4. Подготовьте ингредиенты. Почистите рыбу, удалите внутренности, голову, нарежьте на кусочки и промойте. Лук нарежьте полукольцами. Сложите слоями в банку, чередуя лук и рыбу, пересыпая пряностями. Сварите рассол, туз-лук. Для этого вскипятите воду, добавьте соль, сахар, растительное масло, 1 столовая ложка уксуса. Остудите до комнатной температуры. Залейте остывшим рассолом рыбу. Закройте крышкой и поставьте на сутки в холодильник. Через сутки скумбрия готова.